Два года назад несколько друзей-студентов решили выполнить задание преподавателя немецкого в видеоформате. Так родился проект «Epish Deutsch». Сегодня это актуально-развлекательно-обучающий ресурс. Недавно мы реализовали нашу мечту, сняли обучающий сериал на немецком языке о студенческой жизни, ведь такого в русскоязычном сегменте до сих пор не было. Нашу сплоченную команду курирует преподаватель немецкого языка ведущего вуза России. Финальный грамматический контроль осуществляет носитель языка, диктор, преподаватель, профессиональный актер озвучивания, наш друг из Германии. Нам очень нравится то, что мы делаем, и надеемся, что это полюбится и будет полезно нашим зрителям.